Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска, двигатель 1.8 на механике. На этом автомобиле мы сегодня заменим передние тормозные колодки и тормозные диски. Для этого мы поднимаем автомобиль и откручиваем колеса. Сняли колесо. Теперь берем и разбираем суппорт. Снимаем цилиндр, откручиваем два верхних вот этих болта. Они быстрее всего на 13. Да, болты на 13. И держим направляющую ключом на 15. Также верхнюю держим направляющую. И снимаем цилиндр. Здесь у нас стоит датчики на колодках. Снимаем разъемы. Снимаем колодки. Откручиваем скобу. Скоба у нас прикручена битой T57. Скобу мы сняли, откручиваем два фиксирующих болта, которые у нас держат тормозной диск к ступице. Хорошо, болты открутились. Берем новый тормозной диск фирмы ТРВ, номер его DF6121. Чистим маленько щеткой по металлу посадочной. Смазываем медной смазкой. И
и одеваем новый тормозной диск. Почистил тормозной диск, смазал направляющие. Прикручиваем скобу. То есть почистил, говорю, тормозной диск, почистил скобу, снял пластинки. Берем новые колодки фирмы Techstar. Номер их идет 241-75-01. Промашка. Ставим родные. С этой стороны мы две колодки поставим с датчиками, а с той стороны мы поставим колодку без датчиков. Или по одной поставим. Да, наверное, по одной поставим. Берем струбцину и утапливаем поршень. Все, поршень мы утопили. Берем цилиндр, пропускаем здесь провод и ставим цилиндр на место.
наживляем болты. Здесь провод проводим. А второе гнездо, чтобы оно у нас не грязью не забивалось, мы возьмем со старой колодки, оторвем. Вот я просто откусил контакт. Вот контакт откусил, просто воткнул его, закрыл. Затягиваем болты. Ставим колесо. Прикручиваем его и все. Аналогичным образом мы меняем со второй стороны точно так же. На этом замену тормозных колодок и тормозных дисков на передних колесах мы произвели. Всего вам доброго!